Откровенно скажу, что игра подопечных Юрия Марушкина была в этот вечер не хуже, чем у старожилов высшей лиги московского «Спартака». А ошибка, допущенная кандидатом в сборную Чернышовым, позволила Владиславу Лемешу умело разобраться в ситуации и открыть счет. В первом тайме Чернышов еще раз был в центре внимания, но уже у ворот Кубани. Мяч после его удара отразил вратарь, а Ледяхову уже не составляло труда добить его в пустые ворота. После этого все довольно спокойно шло к ничейному результату, который больше бы устроил гостей. И вот, когда стрелка судейского секундомера завершала свой последний круг, Владимиру Бесчастных удалось забить решающий мяч. «Спартак» выиграл, но сыграл он далеко не лучший свой матч.